Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала, с вами снова Сергей. В очередной раз я получил посылку из Китая. Сейчас мы с вами вскроем и посмотрим. Судя по ощущениям, это, хоть там никакой надписи толком нет, это переходник для USB. Ну да, все правильно, вот такая вот пленочка. Ладно, я сейчас уберем. Вот такая вот штукенция, которая вставляется в USB и далее вставляется в телефон. Вот так все просто. Сейчас я ее разберу, посмотрю, вот что на ней написано. Все по-китайски в основном, кроме адреса сайта. Ну и здесь тоже так же. Вот такая вот простая штуковинка. Далее перейдем на сайт AliExpress, и я покажу, когда я ее заказал, сколько времени прошло от моего заказа до получения нового товара. Ладно, поехали дальше. Так, запарился, блин, я эту крышку открывать, просто взрезал ее. Вот, что внутри. Сам переходничок. Вот, что он из себя представляет. Ну, получается мини-ОТГ. Пластиковая крышечка и сама такая вот коробка кейс. Так, что я сейчас сделаю? Я подключу свою флешку к своему смартфону и буду записывать со смартфона, покажу, как она будет подключаться к этому смартфону. Вот так вот все просто. Эту флешку я также заказывал в Китае. Сейчас с правой стороны на экране появится скриншот. Вы сможете посмотреть видео, как я получал эту флешку. И пойдем далее. Так, значит, переходник этот вставляется в флешку очень просто. Вот. Контактами на контактную площадку, которая находится изнутри. Вот так вот. И все. Вот он имеет вот такой вот вид. Теперь можно спокойно вставлять смартфон. И получается как мини-ОТГ. Так, продолжаю запись со своего смартфона. Сейчас я вставлю флеш-карту в разъем, и мы посмотрим, как она будет работать. Как вы видите, подключен USB кабель. Сейчас должен открыться ЕС-проводник, и через него мы увидим, как будет работать наша флеш-карта. Вот открывается программа ЕС-проводник. Вот карта на 3045, самая нижняя, USB драйв А, 12 свободно. Вот и все. Для того, чтобы работать с ней, можно просто перейти на саму вкладку карты. Сейчас перейду на сайт AliExpress и покажу, когда я ее заказывал, сколько прошло времени со времени заказа и во сколько она мне обошлась. Пойдем дальше. Видео с компьютера, с экрана монитора. Мы сейчас находимся на сайте AliExpress. Как видите, заказ был 30 марта 2016 года. Сегодня у нас 27 апреля. Итого получается 28 дней шел этот переходник ОТГ. Вот так вот. Обошелся он мне всего лишь 81 рубль 52 копейки. Вот так вот дешево можно приобрести ОТГ переходничок. Ссылка на этого продавца, этот товар будет под этим видео, так что если хотите заказывать, без проблем, переходите и заказывайте. Сейчас здесь еще появится парочка скриншотов видео, которое я записал раньше. При переходе вы их сможете посмотреть. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. Я всем желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья. С вами был Сергей. Канал «Как сделать». Всем пока и удачи.